гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Сразу настоящий большевистский коммунистический отряд. Ни одного случая за месяц каких-то проблем с местным населением. Все обалдели от того, что у меня бойцы, для того, чтобы не было даже поползновений каких-то к провокациям и так далее, ночевали в холодных коридорах, только чтобы не было разворовывания вещей и так далее. Мы можем с гордостью сказать, что мы настоящие коммунисты, и для нас честь, для этого справедливость сюда, и правда в первую очередь. Saludo a toda España y invito a que vengáis aquí, que es un bonito camping. Lo van a pasar muy bien y hay algo bueno. Я скажу, что вот это настоящие люди. Они пришли в отряд из достаточно тепличных условий интербригады. И хочу заметить, у нас нет разницы между бойцами, вне зависимости из какой страны. Они совершенно так же. То есть это равноценные бойцы нашего отряда. Я хочу сказать большое спасибо Александру Ивановичу из славного города Ленинграда за зимнюю форму, благодаря которой наши бойцы в условиях уже начавшейся зимы могут нести службу на открытом местности. Вот. Без его помощи нам было бы намного сложнее. За обувь. Да. Отдельное спасибо за зимние берцы. Потому что, честно скажу, вот на таких открытых пространствах, на пронизывающем ветру, без теплой обуви жить невозможно. Отдельное спасибо бизнесмену Павлу из Харькова за то, что помог деньгами на зимнюю униформу. К сожалению, нам не удалось сделать фотографию сразу, но теперь зато будет видео. Огромное спасибо всем людям, которые помогают и коммунистическому отряду, и бригаде «Призрак». Сейчас мы находимся на самом переднем крае. За нами в 4 километрах уже позиции укропов около Дебальцево. Благодаря вам, всем людям, которые кто 100 рублей помог, кто 100 тысяч, мы имеем возможность выполнять задачи, поставленные перед нами командованием бригады. И мы надеемся, что 9 мая мы будем уже отмечать в свободной братской Украине, освобожденной в городе Львове. В городе Героя Львове, освобожденном от укропских фашистов. Спасибо всем, мои родные. Мы на вас надеемся, мы за вас здесь сражаемся. И мы очень-очень хотим скорее вернуться назад на родину, но вернуться с победой. До победы мы здесь. Я бы хотел сказать от имени своих бойцов, тем родственникам, которые находятся на оккупированной части, действительно оккупированной части Украины, пускай потерпят маленько, пускай подождут. Наши придут. Так всегда было. Ну, теперь все.